Всем привет, друзья, я вот сейчас вам расскажу мою историю. Я раньше был маленьким, хотел полететь на самолете и забрать какую-то, например, страну Дубай. Я поэтому учился делать спорт и учился очень-очень много. Далее, после этого я начал бежать даже для полета. Далее, занимался снова спортом. Я не ел крыс, я ел только пельмени. Простите, мадам. Я был американцем, самым крутым. Пошел я в самолет и начало время быть. Захватить Японию. Атомной бомбой. И кину атомную бомбу туда. И все. Сорвалось. И я стал самым популярным котом. Всем пока, я пошел дальше звать. Странно.